Так, добрый вечер, друзья. Мы на моей кухне, она же из-за малогабаритной квартиры и мой кабинет, и мы мастерская. Сейчас идет заготовка семян, вот, которые я не собирался заготавливать, видите. Но жизнь заставила. Вот это вот уссурийские груши, они раньше поспели. Только начали поспевать яблони и культурные груши. Немножко я вас познакомлю. Только сейчас я был у Чернобаева. Не сейчас, а утром. Вот. И там увидите фильм раньше или позже вот этого, вот этой записи. Где мы соревнуемся с ним. Я специально устроил такое шутливое соревнование. Кто круче? На какой-то момент он меня обошел, и я вас всего с этим поздравляю, потому что так оно и должно быть. Итак, когда-то у нас царствовали вот такие яблочки. Вот. Это Антоновка, правда, уже немножко измененная. У нас царствовали Слава Мичуринска. Ну, это у нас, это у меня. Вот. Жигулевские. Тоже замечательно, только они бывают и в два раза крупнее, но этот год вообще не показательный, все мелкое. Вот получились у меня еще баргузины. Вот они, баргузины. Так, это все вроде бы мое. Вот, и что еще показать? Ну, это внешний антураж. Про груши мы сегодня говорить не будем, я готовлю под ним отдельную съемку, да уже много наговорил, это так сказать. Это. И сейчас расскажу о самом интересном. Итак, что, где Чернобаев Леонид Дмитриевич попытался меня обойти. Вот. Здесь нет несколько крупных сортов с моего сада, потому что они были сожжены жестоко, беспощадно. Вот. Но дальше продолжать эту тему не могу. Теперь я не фермер, бывший фермер. И я придумал шутливое соревнование между профи и любителем. А так как я все-таки бывший фермер, то меня уже нельзя. Но который вырастил, у меня плодоносило 1500 взрослых яблонь. Еще много чего еще, кроме яблонь. То я не могу себя назвать любителем, поэтому я в последних фильмах, передачах, вебинарах Чернобаева представляю как лучший садовод-любитель от Урала и до Дальнего Востока. Ну, я сюда включаю Западную, Восточную Сибирь, вот, потому что все, что мы делаем, все у нас основано на подвоях, чуть не сказал специальные, какие не специальные, сибирьки, ранетки, маньчжурский абрикос подвое, вот, вишни подвое, просто вишни, в общем, ничего, казалось бы, особенного, результаты видите. Итак, в виде полушутки представляю вам сорта, которые мы еще мало знаете. Вот. Сегодня он меня удивил. Нет, я до этих я еще доберусь, до вот таких. А пока он меня удивил сеянец. Я назвал его сеянцем Чернобаева. Вот, потому что он просто в голом месте обнаружил яблоню из ничего. И она оказалась довольно культурная. Ее как-то кругом сады культурные, видимо, он это за околицы собрал. Видимо, птицы отнесли семена от очень культурных сортов. Кто у него родитель теперь, определить практически невозможно. Мы пробовали, они оказались сладкие. Легонькая кислинка, но и сладких. Вот. Значит, что было сделано? Я у него таких вот эти забрал наглую, и семечки из них будут выковырены. Значит, почему вообще, сейчас до самого главного доберусь, почему вообще эта коллекция родилась? Не коллекция, а вот как ее назвать-то, вот это вот панно или как это? Это не выставка, это
Все, из головы все умные слова вылетели. Вот. И вернисаж. Что бы еще мне сказать. Значит, что дальше? А самое главное, в чем состоялось соревнование? На какой-то момент самое крупное яблоко, которое я держал в руках, было не вот это, а вот такое. И оно весило 450 грамм. Вот. В какой-то момент, да? Значит, друг, с такими яблоками мы с вами уже были знакомы по прежним годам. Вот его название — порт 600-граммовый. Ну, согласитесь, что он заслуживает такое громкое, такое звучное название. Вот, вот это апорт кровокрасный. Вот это я привез со своего сада. Но родители его, крестный отец его, это все-таки Чернобаев. Вот, еще раз говорю, вот эти апорты кровокрасные и апорты 600-граммовые, он привез лично, и о чем есть специальный фильм. Вот, и еще он раздобыл веточку, еще с ним сортом знакомлю. Это, они, правда, не все такие красивые, большинство было гораздо мельче. Вот, это мичуринская сорт Бельфер Китайка. Замечательный сорт, очень вкусно, я пробовал. Почему пробовал? Потому что он же со мной поделился, мы. И 80% его сада, даже 90%, это из моих черенков. Вот. А 20% со стороны, значит, получилось вот это со стороны. Вот его, и вот это со стороны. Еще раз подержу в руках. Здесь 500 грамм наверняка есть. Так, еще раз говорю, Чернобаева. А вот это было мое. Так, и вдруг на этот момент случилась такая вещь. Почему и появился этот вернисаж. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Так, переименовываю. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Итак, есть такой замечательный садовод Александр Владимирович, живет в Каменногорске. Ему исполняется 60, с чем я поздравляю. Эх, молодежь, молодость, 60 лет всего-то. С высоты моих почти 70, что я скажу, что он сделал крупнейший заказ, он у меня в виде семян выкупил всю этот, как его назвать, весь каталог. Но ему оказалось мало, приходит заказ от него, 500 семечек подавай, и не просто 500 семечек, чтобы это было минимум 10 сортов, это получается по 50, лучшие из лучших. Я схватился за голову. И пока я сидел, думал, а их же еще надо ждать, а у меня что, думаете, не воруют? А гости, которые любят набивать карманы, сумки фруктами, их же никто, гостей не отменишь, потому что они покупают саженцы, каждого надо угостить. Вот, чтобы он купил, продает же Железов Сергей эти же апорты, да? Когда-то началось с веточки от Чернобаева, размножили, это все несколько лет и готово, теперь уже и сами торгуем. Вот, и вот тогда я посмотрел на это яблоко и поехал, собрал все, что у меня оставалось. Вот они, вот тут вот они, вот тут вот они. Собрал у себя последние, не знаю, что, то есть понял, что мне надо эти 500 семечек еще отработать, перевод. Вот, и пока я думал, позвонил Чернобаеву, говорит, твой Golden Delicious явно 600-граммовый. Мне тот же шерсть дыбом, как чего. Значит, объясняю, почему он сказал мой. Дело в том, что единственное яблоко из этих вот, вот это вот самое огромное, я привез сегодня из сада Чернобаева. А почему он сказал мой? Когда-то веточку я ему дал, а он волшебник, а он заслуженный художник, он еще взял. Он еще из прекрасный садовод. Я ему уже как садоводу, да, потому что у него коллекция выглядит круче моей. У него там все-таки частный сектор, ему как-то легче сохранить. Вот. И а качество и сорта все те же. Вот. Я бы ему уже как вот пример, как бы его назвать, пример.
пример самоотверженности, пример фанатической преданности этому делу. Я бы уже государственную премию дал. Вот. По мне плачут две Нобелевские, но об этом Нобелевский комитет почему-то не знает. Наши стесняются. Вот. Мы же это, как сказать, немытым рылом, куда нам соваться-то, в калашный ряд. Так вот, да, и вот такие как-то они, вот все мои разведки, все сайты проверены крупнейших научных учреждений, ничего подобного нет. Поэтому я и сказал, что Чернобаев заслуживает Нобелевскую премию. Сравниваем этот же сорт мой, вот он, справа, а это сорт Чернобаева. Обошел меня грамм на 50. Вот. Вот это было одна, как ее назвать, соревнование. Второе соревнование, я тогда, чтобы его раскрутить, вот, как раскрутить, вот на эти вот, а тут найдется пару десятков семян для Александра Владимировича из этого, из Усть-Каменогорска, да? Представляете, вот эти вот апорты. Пока в руку не возьмешь и не поймешь, какое оно огромное. Вот оно. Почему оно такое изуродовано? У меня Тимошка Тимофей, внучок, сказал, я говорю, ты что с ним сделал? Опыты ставил. Ну ничего. Значит, вот это все, семена поедут к вам, Александр Владимирович. Так, поедут мои жигулевки. Вот они, я ими занимаюсь 30 лет, и в этом году они самые мелкие. Вот, посмотрите, есть какая интересная деталь. Вот если приглядеться к ним, вот у них вот это вот место, да, оно не то что отгнивает, оно становится прозрачным. Здесь максимальное количество сахара. И это в зимнем сорте жигулевская. Они у меня, такие яблоки, висят до упора. Пока не украдут, или пока не угощу, или пока они не упадут, то они когда падают, они уже становятся не зимним, а осенним сортом. Вкуснючие, да вы и так видите, у них они как, они кислинки всегда и зимние все-таки, еще лежат до апреля, вот, но перележат, могут и портиться, видите. Вот так вот, Александр Владимирович, тоже к вам поеду семена отсюда, я 500 семян обещал, 500 и вышлю, вот, а может и больше. Колоновидная баргузин, у меня они, кстати, на балконе остальная коллекция, я просто здесь, учитывая место, видите, я собрал вот так, там на балконе еще лежат баргузины, то есть может еще кому-то семечки понадобятся, вот, лежат пепины, ну, учитывая вид у них непрезентабельный, почему, ну, потому что, еще раз говорю, жду, когда упадут, лежат, потом собираем на семена, чтобы у меня семена были такие вот, абсолютно спелые, я практически гною. Показать бы, как гною, но это на балкон, ладно, поверьте на слово. Так, замечательный сорт, мне он очень нравится, просто чудо, это Слава Мичуринска. Зимние, твердые, вкусные, твердые, это не значит, что плохо, это значит, долго лежать будут. Вот, так, и про груши еще раз скажу потом. Но все-таки, так как вы несколько сортов груш, Александр Владимирович, заказали, вот, это средний размер. Выдающиеся были процентов на 40-50 больше. Но в других фильмах видели, их выдающиеся не так много. Это гигант Подмосковья. Я еще, пользуясь в таких случаях, передаю привет Мараховской Ирине Владимировне. Только за один сорт этот. Ну нет предела моей благодарности, потому что мало того, что огромное, я держал в руках яблоки крупнее вот этих, они были абсолютно несъедобные, вот, а груши вот эти оказались не просто съедобные, а вкуснючие, несмотря на сумасшедший размер. Еще раз говорю, это как бы мелочь по сравнению с теми, которые на дереве были. Ну, мелочь, мы уже съели почти все. Так вот, получилось так, что соревновались мы так. Он меня
У меня измельчали жигулевские, у него укрупнились бифер-китайки. У меня, значит, измельчали апорты, у него апорты в прошлом году были мельче, в этом году достигли своего предела. Хотя год самый неподходящий для этого. Значит, я его победил, потому что, чтоб вы не говорили, что это его дерево, но он дает мне должное тем, что вот эти яблоки родились благодаря веткам с моего сада. Вот такое соревнование. Скажите, кто из нас победил? Правильно, победила дружба. Вот, потому что в фильмах вы еще увидите в его саду мои персики, в его саду мои роскошные сливы. Вы видите в его саду десяток сортов моих вкуснейших груш. Вот. Смотрите. Если бы знали, какое-то чудо. Но про груши разговор будет потом. В общем, я не подведу вас. Александр Владимирович, вы один из немногих, кому я персонально с кем занимаюсь. Потом почему? Потому что загляните в мой каталог, что вы увидите? Правильно, там написано ассорти семечек крупноплодных вкусных груш. Только, естественно, вкусных, естественно, крупноплодных, но ассорти. То есть там перемешано все. Там вот семена и такие, и дуразы, которые мельче, которые еще мельче. Вот это ассорти достанется тем, с кем я не работаю персонально. Но в этом и заключается даже загадка, даже какое-то волшебство. Не знаю заранее, что вырастет. В целом говорить о качестве, повторять ли качество, этот вопрос мне задавали уже сотни раз. Я отвечал всем и по-всякому, и каждый раз обтекаемо. Молите Бога, чтобы повторилось. Вот, потому что есть замечательный садовод, еще один волшебник в Черемушках живет, Борис Ботнар. Вот, я его тоже, я его много лет называл лучший садовод-любитель Сибири. Но дело в том, что вот, стоит человеку начать продавать саженцы, вот он как бы переходит в разряд профессионала. Чернобаев саженцы не продает. Так вот, и яблони, и груши, и сливы, и абрикосы, и особенно черешни. Все это Борис Иосифович Боднов вырастил из магазинных семечек. Он совершил свой личный подвиг, который не понадобился России. Представляете, своими руками, со слезами на глазах, спилить 15-метровое дерево в основании метр диаметр. Вот такой он выпилил черешню. Науке она не понадобилась. Вот так, друзья, вот на такой грустной теме. Я тоже в этом году выпил десяток деревьев, в том числе вот с такими грушами. Они это замечательные, они сильно много, и когда сильно много, они очень вкусные получаются. Ну, в общем, граница это вот. Специально я у него взял, сфотографировал, и семечки вышли уже в другое место. Это уже не Усть-Каменогорск на юг, а на север, Красноярск, Манский район, там, где было сказано в письме, до минус 50. А это сеянец, а человеку хочется все-таки сладеньких, а они сладенькие. А это сеянец, который вырос самосевом, и никто ему не помогал. Вот что получилось. Это уже поедет на север. И как ответить на вопрос, сохранятся ли качества? Вы посадите семечки, кто-то из вас, с этих роскошных апортов, да? Что вырастет? Я не знаю. Но есть пример положительный, есть пример Ботнера. Будем ждать чудес. Ну что, друзья, спасибо, что вы меня выслушали, посмотрели. Эти чудеса. Желаю вам иметь нечто подобное, потому что сказки про белого бычка, ах, не может быть, ах, ничего нигде не растет и не может, связаны с тем,
что, повторяю коротко за одну минуту, вот, уничтожается дерн, перекопка, уничтожаются корни, уничтожаются черви одновременно, подземные ходы, кислород, снабжение кислородом, водой, питательными веществами, все это лопатой, вот, ужас какой-то. Уничтожается снеговой, дерновой покров, от защиты от мороза. Уничтожаются нижние скелетные ветки, это уже узаконили. Уничтожается еще множество веток, дерево превращается в изувеченный этот самый, господи, какой-то дрова, а потом ждут с него, потом начинают его заливать водой, ядохимикаты, потому что оно тут же начинает болеть, будучи изувечено. И ни хрена никогда вы этого не получите, друзья. Вот. Прекратите все это делать, прекратите это верить этим специалистам. Не дай вам Бог набрать где-то в интернете, сейчас уже не мало читают, но много смотрят. Обрезка саженцев и обрезка деревьев. И вот вам 1 000 000 просмотров, 1 000 000 людей берет секатор и убивает деревья. Вот. А эти деревья никто не трогал, пальцем не подходил. Ни к дерну, ни к чему, не формировал, не улучшал. И задумайтесь, почему же тогда они вот такие вот вырастают, а? Вот. И почему их нет у тех, кто учит? Вот всегда учителей спрашивайте, а где ваш сад? У питомников спрашивайте, где ваш сад? И вы узнаете, что они не выращивают, они якобы доращивают. На самом деле являются обычными перекупщиками, не знают ничего. Все, друзья, моя лекция, аннотация закончена. Простите за последние несколько минут, которые все это волшебство фактически стерли. Говорить все время о хорошем у меня не получается. До свидания.